Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим очень простой и вкусный салат из селедки со свежими огурцами. Для его приготовления нам понадобится 1 соленая селедка, 2-3 свежих огурца, немного зеленого лука, сметана и черный молотый перец. Такой салат готовится буквально за считанные минуты. Для начала селедку чистим. Отрезаем у нее голову и хвост и теперь разделываем селедочку на филе. Филе селедки и огурцы нарезаем небольшими кубиками. Кстати, молоки и икру от селедки тоже можно использовать для приготовления салата. Миленько нарезаем лук. Салат перчим по вкусу. Заправляем его сметаной. Хорошенечко все перемешиваем. Салат из селедки со свежим огурцом готов. Перекладываем его в салатник и можно подавать салат к столу. Я надеюсь, что он вам понравится. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!